спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В четверг в Самарской области пасмурная и прохладная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура 14-17, ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Ветер западный, северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, днем плюс 17 градусов, ночью плюс 9, западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, без осадков, днем плюс 16, ночью плюс 11 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, утром возможен небольшой дождь, плюс 15 градусов, в дневное время ночью плюс 10. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.